Заяц Прошка в лес идет, на полянку, в огород. А на грядке неплох уродился горох, потому что его дождик поливал. И бабочки здесь летают, да? Полетели, полетели. Наш котенок, Цап-Царап. Как тебе нравится? Коготки торчат из лап. Лапки, зубки, острые иголки. Уронил катушку с полки. Да, а вот этот цветок, лепесточек звенит. Вот этот у нас с бусинкой. Вот этот мягкий-мягкий. Этот шуршит, этот шершавенький внутри. И блестюнчик. Треугольник, треугольник, угловатый своевольник. Ты похож на крышу дома и на шапочку гнома. Круглый круг похож на мячик. Он по небу солнцем скачет. Словно стол стоит квадрат. Он гостям обычно рад. Ой, а кто у нас тут выглядывает из домика? Мишка. Мишка пошел гулять, да. Пошел погулять. Так, поехали дальше. Котик наш рыженький сеял огород. Будет у котика урожайный год. Грядки окучивал, сорняки полол. Летом под солнышком спеет огород. А на пальмах у нас растут бананы. Тут виноградик, а там еще мандаринчик спрятался, да? А у зайчика какой бомбончик тебе нравится, да? Где мой золотой? Так, ежик фыркал, фыркая смешно и громко, и пыхтя, как паровоз, весь усыпанный в иголках, еж грибы для деток нес. Ну-ка, что здесь у нас? А мы сейчас на ежика пристегнем на пуговичку. Вот. А тут мышка. Вот она. Пуговичка здесь такая хорошая, да? Да, здесь листики у нас. И птичка. Да. Ой, этот мишка-медвежонок. Мой дружок самых пеленок. Ведь с ним можно поиграть, вместе книжку почитать. Ку-ку. Кто у нас здесь? Да. Ой, а вот этот монстрик нам вообще нравится. У него ротик открывается, а там живет бабочка. И бантик у него такой красивый. Синенький, да? Так, а что у нас здесь? Здесь у нас цветочки, да. Почему на голове не растут цветочки, а растут они в траве и на каждой кочке? У него морковный нос, и к метели он привык. Любит зиму и мороз. Это белый снеговик. Нарядим его. Две кудрявые овечки щиплют травку возле речки. Шерстка будет мягкой, гладкой. Свяжем варежки ребяткам. Белка песенки поет, да орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистые, изумруд, белку холят, стерегут. Угу. В первый раз веду я лодку, весла взял у папы, вывел лодку на середку, весла словно лапы. Поиграй со мной немножко, предложила мышке кошка.
И сказала кошка мышке: «Ай, какая ты глупышка! Если встречу на дорожке, уноси скорее ножки». А это наш любимый. Вот и не. Ку-ку. Вот и не.